Сегодня в программе. Традиционная русская закуска омолодит организм и защитит от рака. Вы должны попробовать. А сколько в день можно хрена съесть? Для кого баня – поход за здоровьем, а для кого – путь к инсульту? Температура до 70 градусов, влажность, как видите, 65%. Вот тут-то инсульт. Один глаз видит хуже другого. Как не проснуться с косоглазием? Меняем ее кривизну с помощью лазера. Может глаз начать косить. Промокшие ноги в оттепель грозят не только простудой. Кто это пережил, хоть раз не забудет. То есть каждая третья женщина сталкивается с этим заболеванием чуть ли не ежегодно.